Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Sniper 3. Берем новую миссию, называется Скотобойня. Ну а на скотобойне мы никого жалеть не будем. Так, телепортироваться можем поближе. Ну пока сюда можем. Так. Будем к этой скотобойне подбираться. Как бы незаметно. Итак, музыка. Ой. Что за шальная музыка такая? Прямо-таки ноги в пляс просятся. Так. Гляди в оба, тебе могут оказать жесткое сопротивление. Да я просто надеюсь, что мне там окажут жесткое сопротивление. Что может? Никаких может. Они обязаны мне оказать жестокое сопротивление. Жесткое. А иначе смысл сюда ехать. Итак. Проникнуть, найти пленника. Ой, а тут надо было с глушителем, точно. Ну. С глушителем. Надо было. Но поздно. Я взял мощную винтовку, новую. Хорошенькую. Мощную. Так. Никто не устоит. Так, ладно. Надо вот этого с вышки снять. Для начала. Отвлекем его простым вопросом. Давай. Для этого даже стрелу возьмем другую. Вот это вот вроде. Да, трехлезвенная. Да. Да блин, что за хрень? Ну-ка разыграем еще заново. Хотя какой заново-то? Нет. Мы будем воевать. На. А тебе сейчас ногу оторву. От такой винтовки ранений не бывает. Кто где стреляет? Вот так. Так, кто у нас? Да. Вот так.
Но. Вот так. Перебил насквозь, вдоль. Бамк. Загрузить контрольные точки. Первый выстрел в голову. Снайпер, конечно, снайпер. Сейчас они пока выйдут, пока найдут его. А я уже подготовлю себе площадку. Вон они все собрались. Ой, мина. Так. Пробуем. Вот теперь все получится. У нас. Для начала мы. Что это? Газовое. Это что? Вот это выпрыгивающее сначала. Сделаем. Давай. Вот так. Теперь. Где тут? Блин. Блин, какой был. Вам подлянуто сделать. Первый. С хвоста убираем. На крыше теперь. Ой, бежим, бежим, бежим. Так. Где вы, люди? Еще. Ой, огонь запрашивает, что ли? Come back, come back. Я вас ни хрена не понимаю. О-о-о. Это вот где я был? Так, давайте запустим дрон, посмотрим. Посмотрим. Откуда бьют? Откуда запускается этот фейерверк? Непонятно, ладно. А где у нас? Так. Камера. Сервер видеонаблюдения. Вот так. Взломали.
Frank. What? I've got the location of our guy. He's being held in one of the rooms in the basement. Что теперь? Move on, Marines. Так. О, делаем на 200. Не, не понял. А после первого выстрела что ли выжил? Бежим, бежим. У нас не так уж много патронов на них, на всех. Бам, по кустам. Ну какие вы все-таки лопухи, петрушки. Я даже не знаю, как вас еще назвать. Так, а тут все мины. Вот я на них подорвался в прошлый раз, да. Вот. Кто-то надеялся вот посюда поди спуститься. От кого ты прячешься? Какой кошмар. Какие вы все бесполезны в этом плане. Так, где я? Я вот сейчас снова приду к вам. И опять заберу кого-нибудь. Вы думали от меня спрятаться? Нет, не выйдет. Не получится, где он? Выйди, да посмотри, где он. Так. Вот так. Вот здесь вот один еще. Один там. Дебилы. На что надеются? Обыскать. Забрать. Что? А, это пытки, пытки мучают кого-то. Вот так. Давай. Вот так. Периметр. И наверх. Давай, давай, давай. Вот так. Где ты там? Вон он ты. Эх ты, дурилка картонная. Зачем ты от меня прячешься? Человече. Так, так, так. Успел что-то передать, что ли? О, так ты еще и там.
Open fire. Открыть огонь. По кому? Что я вам плохого сделал? Вас много, я один. За что вы меня не любите? Ой. Тихо, тихо, тихо. О, я его не убил. Я даже не знаю, ранил ли я его вообще. Да, тихо ты. Так. Да. Еще разок. Подлечимся. Вот так. Меня кто-то завалил все-таки. А поменьше Эдика ничего. Так, надо еще одну мину оставить им. Так, смотрим, где мины. Давай, давай. Все. Пол дела сделано. Так, это что, спасти пленника? Да. Так. Counter-Strike. Какой тебе Counter-Strike? Олежа, ты же даже не знаешь, куда стрелять тебе. Вау. Где? Вот так. Опа. Вон откуда запускают. Давай. На другое место стреляйте теперь. Там-то вы отбомбились уже. Так. Вот еще смельчак есть. Или не смельчак, или что? Лузер. Так. Смотрим. Так, 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 так. Куда? Это хорошо, что вы не знаете. Где я?
Так. Так, что, они все траванулись? Еще один остался. Ну вот так вот. А газ-то хорош. Да. Помогает, смотри-ка. От насекомых. Сколько у вас осталось? У меня патронов мало. На всех может и не хватит. Так что не рассчитывайте, что я с вами сусолиться буду. Так. Еще один в доме, может быть, который меня гасили. Так, обыскать. Второго обыскать. Да, вот так вот я с вас поимею. Так, теперь вот здесь вот. Те, которые были смелыми и воинствующими. Что ты мне предложишь? Автомат дай. Так. Надо домик просмотреть. Вот что думаю. Вот он. Толстожопые, толстопузые. Да, я вот, надо было с глушителем идти, я без глушителя на эту миссию пошел. И вон оно как вышло-то. Надо будет эту много. Много. Я не понял. Кто там? Вот кто. Разыскивается. Вот так. Уже не разыскивается. Ибо трупаки, они и в Африке трупаки. Электронику выводят. Подобрать. Интересно, какой двери. Какой двери. Что тут? Не подбирается. Так, ладно. Денежку взяли, сваливаем. Интересно знать, где ты? У меня нет вот C4. Даже вот. Ну, точка вот есть. А где вот? Вау. Давай, сменим. Пулемет. Теперь у меня есть пулемет. Больше в деревне никто не живет, кроме деда Архимеда. У него была торпеда. Так. Господи, я-то думал, что-то хорошее. Где наши отравленные? Вот они, голубчики. Где еще? Он же не один помер. Вот еще. Яд.
газ, химикаты. Ну, кто не успел, тот опоздал. Так, задача выполнена. Ага, вышибить дверь, либо использовать ключ-карту. Понятно. Что тут? Ничего такого ценного нету. Чтобы мне могло ценность представить. А, какой-то мясницкий отдел одни. Тут же от запаха сдохнуть можно, от вони от этой. Какой кошмар. А, вот он и ты, козлина. Что ты мне подаришь? Вышибить. Вышибить без паля не получилось бы. Так что ключ-карта. Спасти пленника. Спасем. Не беспокойтесь. Я всех спасу. Ну давай. Всего лишь двое. Какая жалость. Вас, твари, бы я бы гасил, бы догасил. Так-то да, подвох небольшой был. Да. Вот так. А вон пост зачищен. А до этого что, не был зачищен, что ли? Открыть дверь. Ну все, обратно-то мне его не тащить. Давай, сваливаем отсюда. Покинуть зону операции. Where is Raquel? Валим. Это ты. Разумеется, я. Это сообщество 23. Да, вот здесь вот посмотрим, что здесь у нас. Ничего интересного. C4 у меня то. Да хрена и больше. Сейчас главное с ними и подорваться. Где мина? What the fuck does Mila have to do with it? We put Mila there to execute. Вот так. Разминировал. Беспилотником. А беспилотник? Вот у меня еще один есть. Ха-ха, какая прелесть. Все, на этом, считаю, миссия закончена. Увидимся в следующей серии. Пока.